Привет, мы продолжаем проходить медаль за отвагу. В прошлой серии мы с вами выполнили высадку на Сицилии и получили медаль. Шутка. Сегодня у нас следующее задание. Так, не понял, где прицел? Чуваки, где мой прицел? Ёп! Ух ты, Штейн. Ух ты, тихо, я не успел раздуплиться, уже война. Не надо кричать алярм. Да все, не кричи. Тихо. Мне патронов же нету. А, аптечку хочу я скушать немедленно. Ух. Офигеть. Блин. Какой говнюк кинул гранату? Признавайся. Где ты? Хедшот. Пендаль. Что залег? Так, без каски его оставил. И без жизни его оставил. Так, захилился. Нормально. Ой, что-то мне это не нравится. Тихо. Так, надо куда-то засесть. Мне надо боеприпасы пополнить. У меня есть патроны? Вообще ни одного патрона. Опачки. Томпсон. Еее. И Томпсон есть. Хорош. Так. Блин, тут начался экшен. Я даже не успел это... Рассказать, то, что я почитал уже комментарий. И о том, что дальше все сложнее и сложнее будет. Но это типа... Да. Хорош. Хорош. А, это свои. Ёпти. Отлично. Успокойся. Тихо. Тихо. Пятка. Здорово, мужики. Есть аптечки и патроны и все дела. Что-нибудь есть полезного? Аптечка есть. Хорош. Отлично. Так, иди в задницу. Здорово. Приятно вас видеть, сержант Бейкер. Да, атака да. На Монте-Кассино сдержана. Американские и британские войска отступают, чтобы перегруппироваться. Однако у нас есть группа, которая попала в ловушку под вражеским огнем. И некоторые чё? Из них ранены. Возьмите с собой медика и попробуйте вытащить этих ковбоев из огня. Ну ёптыр. Осторожнее. Готов, жду ваших показаний, сержант. Танк уже на точке, чтобы обеспечить вашу безопасность. Мы заедем в город, насколько сможем далеко. По всей области полно немцев, поэтому используйте этот пулемет с умом. Слушай, научи рулить, несмотря на дорогу, а? А вот и наш эскорт. Похоже, нам придется долго объезжать это место. А по-моему, нашему эскорту пришел транс. Я ж правильно понимаю, что нашему эскорту пришел кран. Чел, я бы это быстрее бы развернулся на самом деле. Ты какой-то... Не знаю, медлительный что ли. Что я буду делать с одним ХП? Медик, дай аптечку, мать твою, сидишь. Медик, аптечку дай! Я тебе говорил, дай аптечку.
Че вы все с пистолетами-то бегаете? Ты вот это деревянное говно не смог с этого пробить машиной, да? Нет, смотри-ка, смог. Дави пса! Ну, педаль в пол, мужик. Алло, давай. Да в пол и вперед на. Слушай, мужик, дай аптечку. Ну дай аптечку. Зажал, блин, аптечку. Дурик. Ух! По таймингу успел. Я просто заметил ракету. Из базуки. Прикройте наши спины, пока я помогу этому солдату. А ты мне помочь не хочешь? Не, не канает. Прикройте наши спины, пока я помогу этому солдату. Да ёпта. Ух, жесть какая-то. Да что ж такое-то происходит-то, а? Ух, прям в морду ему дал, нормально. Джип 30-й калибр. Этому по морде. Прикройте наши спины, пока я помогу этому солдату. Ну ёб твою дивизию-то, а? Я до бесконечности буду тупить и не делать вот этот сейф. Прикройте наши спины, пока я помогу этому солдату. Этому солдату. Да ладно. Зачем я начал это говорить, а? Скажите кто-нибудь, а? Спасибо. Вот кто меня за язык тянул тогда, а? Ну ладно, то есть типа скрипты. Да хватит по мне попадать-то. Охренеть. Тут надо быть под спидами, чтобы все это успевать делать. Давай, мать. О, спасибо. Ты соизволил мне аптечку дать. А еще? Слышь, мужик, дай еще аптечку. Пожалуйста, дай аптечку. Ой, как хорошо, звук пропал. Спасибо. Аптечку дай. А, вот почему пропал. А, е. Вот говнина, а. Просто берут с вертухи, мне попадают и все. Ну... Да хорош там пошуметь.
прибежал, что ли, пес или что? Ну. А, он умер сам, что ли? Спасибо! Вот говнина тупая, блин. Ладно, в очередной раз посмотрим на трясущийся экран. Еще раз посмотрим на трясущийся. Давай, почему нет? Почему нет? Давайте смотреть на трясущийся экран. Интересно, сколько раз мы еще посмотрим на трясущийся экран? Давайте просто убежим по фасту. Пресвятая, мать твою, аптечка. Лох. Вдвойне лох. Мужик, дай аптечку. Ладно, все, больше не трясущий... Больше трясущегося экрана не будет. Я вижу британцев, похоже, им пришлось туговато. Прикройте нас, мы собираемся пробиться к ним. Аптечку дай. Ты куда пошел? Мужик, дай... Ау! Я вижу британцев, похоже, им пришлось туговато. Прикройте нас, мы собираемся пробиться к ним. Молодец. Так, дай-ка мне в пятку. Это типа снайперы ваши, что ли? Вы их что, не в состоянии убить, что ли? Вы что, лохи, что ли? Смотрите. Ну тогда окей. Не, это, конечно, все понимаю, то, что это я тут, типа, такой, да вот, да вы лохи, да тоси-боси, пятое, десятое. Это же, типа, легко. Нет, это на самом деле это все понятно, то, что это не так-то легко, как кажется на первый взгляд, но... Как бы все равно немножко странно, ну да ладно. Че, пацаны, как у вас дела? Нормально? Аптечку дай. Спасибо. Хедшотик приоткройте, ротик. Ну-ка, у меня коряк случайно не появился в руках? Вот почему, вот смотри, я поднял Томпсон. У меня есть Томпсон. Я только что поднял, скорее всего, коряк. И коряка у меня не появилось. Как так-то? Не, я пойду с Томпсоном. Это привычнее? Это прикольно. Томпсон сидел, да? Здорово, ребят. Самое время, ребята. В этом здании слева есть немного боеприпасов. Забегите туда и принесите нам немного, чтобы мы выбрались отсюда. Как скажете, сыкунишки. Оп, тихо. Да и звук поприятнее у Томпсона на самом деле. Роднее, что ли. Оп! Чё? Короче, я как понял, здесь немецкое оружие поднимается, ну точнее, все поднимается, которое выпадает, но в руки как бы не все попадает в использование. Вот в чем прикол. А вот все вот такое вот, типа, ну, альянсовское, союзников, то там все появляется. Типа Стэны, Томпсоны, Спрингфилды, М1-ки всякие. Возьми-то аптечку, мать твою. Воу! У-ху-ху-ху! Ты кто такой? Ты. А! Не ожидал, да? Это просто называется nice reaction.
А если по-русски, то хорошая реакция, которой у меня нету. Хорош. Чё? Боеприпасы. А можно лопату взять, интересно? И всех окучивать лопатой. О, перезаряди. Правильно делаешь. Томса надо перезаряжать. Так, они там, пацаны, кончились? О, взорвался. Не, давай. Давай по-человечески спустимся. По лестнице. Правильно же говорю, да правильно. Вы что, нелюди, что ли? Ты нелюдь. Знаешь почему? Потому что ты сидел и ждал меня. Тут снаряды для гранатомета лежат. Я понял. Зато они без танка остались. Некоторые ранены в плохом состоянии. Если они все еще живы, им пригодится наша помощь. Идите по этой дороге туда, где произошел самый тяжелый бой. Дай аптечку. Хоть молодец. Спасибо за аптечку. Аккуратней. Осторожнее. Ты со мной пойдешь? Ну, пойдем. О, реально, со мной мой личный медик ходит. Прикинь. А, все, победа. Неплохо, я считаю, неплохо. Да, но чем дальше, тем сложнее, это, конечно, да. Ну, что поделаешь? Значит, будем потеть. Поступают отчеты о разрозненных силах союзников по всему городу. Мы должны прочесать этот район и удостовериться в том, что мы никого не оставили позади. Пора выдвигаться. Ну, хотя бы. А, пойдем, дружище. Пойдем, мой добрый друг. Мне не очень стенд нравится. Медик! Дай аптечку. Ну дай аптечку. Мне это напомнило из сегодняшнего, ну, из сегодняшнего стрима по сталкеру, как этот бандит просил аптечку. Ну дайте аптечку. Оп, тихо. Тихо, где-то сверху, да? Ага. Смотри, как я подметил то, что сверху. И угадал, что сверху. Но эти упырята любят сверху тусить. Говнюки. Ну ничего, ничего. Ёпс тудей. Ёбен бобен. Это что такое, мать вашу? Вы чё там? О, хозяева. Хозяева. Есть кто-нибудь дома? О, привет. Пока. Спасибо за аптечку, говнюк, и за то, что ты мне сбил, блин. Могло быть целых 85 хп. Понимаешь? Целых 85. Эх! Ну дай аптечку. И... Пойдем. Стойте, спускайтесь медленно. О, привет. Ты кунишка, какое привет. Какое облегчение вас видеть, джентльмены. У нас тут есть человек тяжело раненый. Этот парень попал в переделку. Я должен доставить его обратно в штаб. Сержант, мы не можем пока возвращаться. Глубже в городе есть еще пропавшие солдаты. Вам придется идти без меня. Эти ребята помогут вам найти остальных пропавших парней. Желаю удачи. А как же аптечка? Ну что еще? Это что такое, танк? Держи пониже голову, дружище. Не ссы, у меня базука есть. Ты че, говнюк? Че? Что такое? А!
Это ж сколько мне понадобилось снарядов, чтобы его убить? Спасибо. Алярм! Воу! Тихо. О, этого сняли без меня? Да ладно, какие вы молодцы, слушайте. Да вы, походу, полезнее прошлого типа. Офигеть. Пацаны, 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 пацаны. Упс. У меня 14 хп, пацаны. Если у вас нету нигде здесь аптечки, то вы трупы. Ну, боеприпасы для СМГ, ладно. Прощу, так уж и быть. Что ж с вами поделаешь, сволочами такими, а? Где мои аптечки, мать вашу? Жмоты! Я понял. Если понадобится вот это... Не! Бум! Помните, как я... Сейвнулся немножко неудачно, блин. Помните, как я обычно говорил? Каждый стелс начинается с гранаты. Так вот, ой, здесь не стелс, но начали мы с гранат. Довольно-таки неплохо. И нашел аптечку. Аптечки рулят. Привет. Ключи. Танка. А. О, здорово, мужики. Наконец-то лицо, товарищи. Иди дальше по этой дороге, и ты найдешь остальную часть нашего отряда. Я не знаю, сколько они еще смогут продержаться. Ты должен помочь им, приятель. Ладно. То, я пошел. Пошли. Все, давай, на выход. Ёпсюдей. Эх, не будут больше красивые выходки. Наконец-то лицо, товарищи. Вау. Иди дальше по этой дороге, и ты найдешь остальную часть нашего отряда. Я понял, я пошел. Я не знаю, сколько они еще смогут продержаться. Ты должен помочь им, приятель. Что, Джинь Бэнь? О, здорово, как дела? А ты что не вышел-то постреляться? Наверху уж... Гранатен? И вот обязательно надо было с пистолета попасть по мне, да? Да, хоть и не больно, но блин. Ты не видел здесь еще одного? Нет? А вы сюда можно зайти? Может там аптечки? Эх, нету аптечек. Ну ладно. Вот, вот, вот скажи, ты специально берешь и с вертухи попадаешь мне? Пес, даже не свелся. У-у-у! Туда. Козлина, а? Так ты, может быть, постреляешь уже? О, я обожаю этих тиммейтов на самом деле. Они там, осторожно. Да ты что, Люся, а я будто не знаю этого. Ну сколько можно мне одно и то же повторять?
Ты лучше мне скажи, есть ли здесь аптечка? А аптечка здесь нету. Даже в этих уродах не выпало. Ладно. Вы что, дебилы? По-моему, я попал там в десятку прямо гранатой. Так, чуваки. А, снайпера есть? Конечно, есть куда-нибудь. Ну как же без снайперов? Я вот почему-то прям сразу же обратил внимание на эту позицию. О! Еще одно чудо-юдо нарисовалось, прикинь. Ты умер? Теперь умер. Так, стоп. Пять и пойдем. Вау. Чё? Чё? Хватило двух зарядов, повезло. Может быть, у вас это? Там, не знаю, патроны. Может, у вас аптечки есть? И... Я должен был это сделать. Я вышел, прилег и остался лежать. Ну чё, 11 хп. Ошибся, 36, все. Привет. Следующий. Да, ошибся дважды. 38. Ой, фу, 38. 8 хп. Так, я так понимаю, мне вот это надо забрать? В смысле нет. Что мне тогда здесь делать? Ну, в принципе. Чё, визир? Чё гонишь? Чё не прокис? Я же в вас тухлые гранаты кинул. Окей. Я вижу то, что привлекает меня. Это аптечка. Уэ. О! Кто в доме с карабиной ходит с винтовками? Здесь с автоматами надо ходить и патронами. О, молодец. Правильно все сделал. В дом зашел с автоматикой. Ну, на самом деле в дом надо заходить даже не с автоматом. А с чем, вы уже напишите в комментариях. Да ладно, погнали. Так. Ну, перезарядиться пора. Ой, как! По-моему, я ему печень там прострелил важно. А, вот где я 24 патрона взял. Я-то думал. Так, так, так. В смысле? Я почти угадал. И снова здравствуйте, 11 хп. Ладно, челлендж. Не попадись под первую же пулю. Блин, вот.
Че, как оно? Спасибо за то, что ты такой косой, пес. Иди, патронов не хватило, твою мать. Спасибо, это было близко. Где-то в полумиле отсюда есть немецкий лагерь. Да ты что? Некоторые из моих ребят до сих пор там сидят в заключении, но я найду способ выбраться из этой... богом проклятой дыры. Давай. Приглядывай за мной. Ты мне нафиг не нужен. Да где аптечки, мать вашу? Дайте аптечку. Ну дайте аптечку. Я вам тогда место засады скину на ПДА. Ох ты же, бляха. Муха. Что это было? Чего? Вот оно чё, Михалыч. Я даже не успеваю жмахнуть на ЛКМ, как он меня это... Я почти успел. Тихо. Сейчас успеем, смотри. Так. Ну. Я в пулемет попадаю. Надо чуть-чуть выше брать, короче. Чуть-чуть выше. Вот чуть-чуть. Примерно вот здесь надо. Великолепно. Отличный выстрел. Если ты тоже так считаешь, обязательно лайкуй и подписывайся. А я заныкался. Ты хочешь сказать, что ты ваншотишь? Уже поехали со мной, а? Блин, то он просто вот так вот, оп, по щелчку и все. Жесткая штука. Воу. Заткнись там, а. Почему? Меня терзают какие-то смутные сомнения, то что со мной кто-то рядом есть. Где-то вот здесь вот, по-моему, а? Да. Эй, вы, гранатен. А ну. Кушайте, лимончик. Твою. Успокоение нашел? Надеюсь. Чё? Где ангар? Откуда вы? Блин, у меня гранаты кончились. Стрёмно. Ты чё, гоблин, ты серьезно? Просто вышел, пукнул и убил? Ты офигел? Блин. Да достань ты Спрингфилд. Я почти заметил, но, по-моему... Вот ты где, жупил, сидишь. Вот ты после такого ранения повернулся и убил? Are you fucking seriously, man? Man. Окей. Иди сюда, пес. Попил ты у меня кровушки, но...
Я не так-то прост, мистер пистолетный человечек. Опа. Это чё? А! Ты чё? Чё? Видали? Как мастерски срезал. Я следующий? Да. Я что-то даже не успел это. Хорош. Да откуда вот ты меня высекаешь-то? Так, уходим назад. Смотри. Потом прожимаем в пятку. И ждем печиков. А, так он слева был. Ты чё, жопа? Понял. Да я лох. Ты чё, жопа? Крови моей решил тоже попить. Да, да вот хрена тебе. Горькая она у меня. Оу. Ну, типа 2 хп. Пес. Где ты, ягодица? Прибежишь, не? А, лох. А, лох. Жесть. Так, отлично. Еще один лох. 2 хп, ребят, 2 хп. Мы живем с вами на 2 хп. Круто? Нет. Спасибо. Я понял, что это не круто. Только таким макаром узнаешь, что где-то рядом еще враг есть. Так. Это типа ваш лагерь? Пацаны, а патроны? Не знаю там. Аптечку. Пожалуйста. Эй, сюда, наверх! Ну дайте! Дайдите в жопу! Недолет маленький. Перелет. А, ты нам пригодишься еще, да? Ну, за боеприпасы спасибо, но... Ребят, ну дайте аптечку. Я знаю то, что я вас уже, наверное, заколебал за эту фразу постоянно. Типа, дайте аптечку, дайте аптечку. Ну, как бы, ну, серьезно. Ну, как бы, жить с 2 хпами... Так, угу. Да, спасибо. 52 хпами уже гораздо лучше. Где вход? А! Понял. Ща будет. Ща все будет, мужики. Расслабьтесь. Я понял, не туда. Ну, со второй попытки. Здорово, мужики. Как оно? Слава богу, я уж думал, что мы отсюда никогда не выберемся. А вот и наша тачка, прикройте меня. Хорошо, я пошел. Тебе тут нормально сидится, урод?
Понял. О, и это типа мне тупо с этой позиции надо теперь всех отстреливать, что ли? Понятно. Давай вперед. Бакнешь? Откуда он тебя снимает? Я ж не вижу, алло, я не могу. Ну же, пошли, да, да сейчас пойдете. Так, а подожди. Откуда он тебя снимает-то? Алло. Чё? Я вот не вижу, откуда этот снайпер снимает. И понять не могу, откуда он. Ну-ка, подожди. Откуда он этот... Да мне по-любому надо было выйти. Чувак, выпусти. Может, блин, гранаты жалко. Там потому что откуда-то вот оттуда стреляет снайпер. Ну алло, пропусти. Да ладно! Вот, теперь в пятку можно прожать. Офигенно! Вот, я ж говорил! Твою-то мать, а. Ты чё, говнина такая меткая, а? Говно! Ну, у меня не... У меня всего 10 снайперских патронов. По-моему, умер. Вы меня бесите. Что за жесть? Ты говнина конченая, мразь! Я так не вижу такие миссии. Ой, сопровождение этих. Ладно, последняя попытка на сегодня, я думаю. Жалко, у меня ваншотилки никакой нету, блин. Ладно. Все. Пожалуй. На этом, пожалуй, и закончим нашу попытку. Чё-то как-то, да, сложновастенько, сложновастенько. Но ничего, я думаю, уже в следующей серии справимся. Поэтому, ребятки,
Всем спасибо за просмотр, не забудьте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч, медали за отвагу и не только. Пока-пока.